Голос убить, он ходит там. Ну давай-ка бить его нахуй в этом. По-другому, чтобы я встречался бы. А, нет. По-моему, я сильно близко стою. Надо дальше. Ставь вот так, его наверное, вот здесь, остальные забегут за спину. Да. Может, колосса почистим? Че он пришел? Почистим сейчас. Вон колосс. Поднимайтесь. Мастер пан. Как секунду. Эй, а мне тянуть? Лес не пришел. Лес, дай. Ребят, ну зачем вы вот агрите его, блядь, вперед времени. Бьем. Хилов мана не отпит, а вы пошли. Боже. Ну, словили. Я понял, как босса убивать. Все. Как? Предыдущую. Короче, того, кого мы сливаем первым, его надо последним сливать вместе с боссом. Потому что он начинает кастовать звезду только после того случая, когда убивает как раз таки череп. То есть он масуху не кастует до этого времени. Mm-hmm. Да, интересно. Вот я давал только. Типа ты хочешь сказать, с убийством каждого босса у них открывается новый спелл еще? У босса, короче, они сначала убивают шамана. То есть у босса появляется только заморозка. Они каждого босса, короче, с боссом держат они череп в другой, возле другой колонны. А каждого босса они держат по отдельности почти. Кроме главного босса и черепа. Два босса они заливают по очереди, потом вместе с боссом заливают того череп. Короче, вот так вот. Я вам потом покажу. Либо скину ссылку. Ссылку скинь лучше. Если убивать шамана первым, тогда тотем появляется. Не, он тотем, не тотем у второго креста стоят, а шаман звезда. Шаман, звезда это... Который крест. Замораживает. Жрица, Жрица. Блять, полное исцеление, поэтому да. То есть вот я эту перепутал. Звезду огненную он кастует, когда ханта убиваешь сразу босс. Да, да, когда череп, которого мы первого убиваем, только тогда он кастует массовый скилл. Это все ясно. Да, Трезубец чё? Трезубец он тоже кидает, но он что-то никого не ваншотит у них. Потому что они далеко держат от него. Mm-hmm. От трейда. Ну босс с хантом в одной точке, а остальные... Да. В двух других. Остальные точки. По очереди, ну типа один посередине. Ну в треугольнике. Не стоит сбоку, ну типа... Треугольники. Центр. Не наверху они танчат, они внизу танчат, там где без эти разницы, колонны. Без разницы, треугольники стоят. Так. Да, да. Стали все вот сюда. Ко мне. Быстрее только. Вас берет под водоворот, чё? У вас магия или просто ничего не сдиспелить? Кто видел? Ничего не сдиспелить. Угу, значит, надо похиливать. Ладно. Чек на готовность. Телефон. Потом все перебегаем вот сюда. Артём, рыба балан? Да. Да, вот. Возле меня рыба, иди кушай. Соответственно, перебегаем, когда босса поставят микстурку, перебегаем в квадрат. Чек на готовность. Ешьте, давайте, иду быстрее.
Так как мне его спиной, боком, раком ставить, как? Раком. Можешь вот так вот поставить его вот сюда лицом. Вот так вот. Угу. Даже можете, ребята, не в квадратик, не вот сюда, а вот тут вот ставить. Чуть-чуть ближе сместить. Ты его вот так вот наискосочек. Можешь вот так вот поставить, чтобы он, главное, не в лицом к Крейду был. Еще раз чек на готовность. Будет готов. Все готовы. Отсчет на пункт. Да я помню. Бить. Мобы. А где на пол дали? Пасос бы, а, так, Маша бы, ага. Слишком рано, ребят. Карочка бы, турбойс. Олежки раздали. Дима, дай прожимку. Ты Дим за агро. Мобы. По трэшу играем, дали Геру. АОЕ на пол дали. Не. А, третьего танка. Какой на пол-то? Они руки-то у босса стоят, а вы там стоите. Как они дадут? Почему Мобы? Всем не стать под одного, блядь, босса? Все, так, БР есть? Мэрик на КД. Встаньте под босс. Все под босса стали. Миксурку прохил. Лопасос, как ты станешь бернишь. Ну, как БР откатится, бернишь меня. Еще новый трэш на пул. Кого Бэрис спрашивает? Меня, меня. Сука, только бурсты прожил. На пол даем. Мне кажется, надо три танка вообще сюда. На этот круг. У него перса есть, нет? Да сюда нужно просто не хорошо РТДшникам свечиться, а у босса. РТД играете по боссу, чисто босс. Лишники приводите. Трэш. Еще один трэш. Блять, меня шоплили.
Ну, короче, я не могу, у меня лужа не успевает откатываться. Так бывает. Ты не обязан ничего успевать. Да, понятно. Там ну, разбойники. Там разбойники должны видеть, откуда идет кучка, и давать веером на пул, как на Халионе маленьких мобов напуливают. Да вот, не поможем. Ты видел, как они выходят? Это просто. Это я не знаю, как надо бить, чтобы как не сагрить их. Нормально они выходят, они почти заливаются до следующего. Короче, трэш шеснулся, ошибись, блядь. 60% у боссового хп, блядь. Все ну, нормально. Я был с претендами, то они держали трэш отдельно, босса отдельно. Босса держали в том проходе, откуда мы пришли, трэш немного левее. Все. Сейчас я посмотрю, что скажу. Так мобы-то выходят с прохода, правильно? Да. Господи, вот те дальние мобы выходят и каждый раз убивают нахрен хила. Танкадру, ты должен их заранее ловить, чтобы они до хилов не доходили просто в тупую. Вот сейчас три раза пришли и три раза медведя убила. Сейчас. Вот поэтому, я... типа, мы держали босса в этом туннеле, откуда пришли. Чтобы... Сам туннель заходили. Да, да, заводили босса в туннель туда и там держали. Так а что, из туннеля не выходят мобы, что ли? Куда ты его пришел? Они тогда в одну сторону бежат, по идее. Ну. Так получается. Две пачки в одну сторону идут. Так получается, из туннеля не выходят мобы. Вот мы сейчас стояли, выходили мобы из туннеля. Стать кто-то может. Угу. Давай, Масрез. Тут есть момент, в туннеле мобы рестуют. Сейчас зачистим эту хуйню. Сейчас, Дим, по-другому сделаем. Ты его будешь вести вот туда в ебеня. По мини-карте покажи. Ну, Асгарды бьет именно возле двух... Посередине колонны. Ну и правильно. Ну, по центру это правильно. Бить, чтобы успеть с двух сторон. И как раз там трэш и выходит. Повставали. Вон трэш в туннеле на уходе. Рыбу поставил, блядь. Только друг. Я, к сожалению, ласт трайл. Чё, забрать его... этот трэш? Не надо. Не надо. Нет, я это даже не обсуждается, я не могу. Чего? Ты о чем? Говорю, мне уйти нужно будет после этого трая. Мне 10 минут осталось. Хорошо. Сейчас чистим вот этих триев знак. Дальше. Что мы делаем? Танкадро, стоишь вот тут вот. Сейчас покажу. Топись, бафнемся. Бафайтесь. Лови Дима трэш. У них, короче, столько ДПС, что они даже в трэш не свечуются, но. Они просто трэш кливом заливают. Да там ДК в Т5, он 2 ДК в Т5, они просто взорвут его. Ну, один АДК у них 38 КДПС, потом либо кот, либо кто 39 КДПС. Это круто. Хан 36 КДПС. У них общий 520К, блять, при том, что пол рейда, сука, лежит. Димка, забирай. Так неинтересно играть. Ну интересно, неинтересно. Ну неинтересно, вайпац. Вайпац интересно. Что вы видите? Меня уже кумарят, честно, бабло выбрасывать на починку. Ну а что ты хочешь? Ну вот, людям интересно это, видишь. Кайфово. А ворота не закрываются, когда босс пулит? Нет. С
смотри, Дим, уйдешь его вот сюда. Видишь? И повернешь его вот сюда вот так вот. Окей. Смотри, короче. Проще так сделать. То есть ты его можешь даже вот сюда довести. Вот так вот лицом. И развернуть. Вот так вот. Танкодрус с тобой здесь стоит. Трэш будет выскакивать, танкодрус с тобой будет ловить его. Мы стоим все за спиной босса. Все. Так что, из этого туннеля не будет трэш больше появляться, да? Нет, он будет. Он появляется вот тут. Вот здесь. Он нет, он появляется вот тут. Где-то примерно здесь. Так что нормально будет. Соответственно, отошли туда за квадрат. Дальше. А если. А стоп, стоп, стоп. А если сферы откидывают, они откидывают туда на воду, нет? А, хотя бы, да. Они, блядь, да, откидывают на воду. Нам бежать. Надо танчить там, где Тёма стоит, иначе нам не получится, нахуй. Он будет бежать долго. Плюс, когда меня первый раз откидывал, я видел, что трэш выходил и оттуда, нахуй, где вода, блядь. Ну, мы стояли вот здесь в воротах, типа, танк стоял лицом, ну, лицом туда в туннель держал, стояли в воротах. Второй танк тоже здесь был около нас. Короче, смотри, ставишь вот сюда, все стоят даже не здесь, не в квадрате, вот тут вот стоишь. То есть поставил жопой в проход, вот тут вот стоишь и танчишь. Все остальные, даже вот так вот где-то поверни его наискосочек. Тех, кого откидывают, ребят, бежим. Вот так вот стараемся фигануть, так, чтобы вас не шотнуло волной. Следим за костом босса. Да, не надо, нормально. Соответственно, ребят, после 25% будут появляться шарики, которые я буду происпыливать. Сорём и Джованни. То есть нам надо вести до 25% хп. Чек на готовность. Дим, сейчас с меня заберешь. Я это... Так, Doom готов? Нет, оставь туда. Он пока дойдет до меня, ты успеешь словить. Так, секунду, секунду. Так, еще раз чек на готовность. Че, заданился или что? Все готовы, отчет на пол. Это чей, кстати? А, успел. Забирай, забирай, забирай. Дима, забирай. Поворачивай. Поворачивай. Маша, Берни, Шедера. Вот вы, блядь, походу не знаете, что он, сука, клевит. Он не клевит, он ударный волок стоит. Бог, босс, отведи, как люди будут возвращаться. Нормально. Трэш. Танкодрулюк. Блять, это... Да ох, как трэш вышел. А тебя волной уебал. Так, Алпацон. Меня трэш, и трэш запинал, и еще волна. Ты лишний нахуй флут. Вы находитесь на трае. Танкодрулюк, Алпацон, Берни. АОЕ стопнули. Дал БР? Вставай. Пробафали танкодру. Каску по нему, стаминку. Все дали. Карочка БР и Дефендера. Играем по боссу. Роги, как трэш выходит, АОЕ на пол. Деру дали. Да, тут рай. Thank you.
трэш пошел. РТД играют чисто в босса. Еще проклятие. Он заебал. Танка, дружок. Так. Трэша слишком много, его надо сбивать. Для этого, наверное, анфоликов и сделали. Видишь, мне кажется, в любом случае сольем агру, если будем трэш заливать, тут даже не заливая. Еще раз говорю, трэш бежит с двух сторон комнат. На первый пак отдаются на пулы, на второй пак на пулов нет. Вторая проблема. Я попадаю в ловушку, подлетаю в воздух, падаю на землю, бежит весь трэш, который висит на мне и бьет мне ебало. Этот босс должен биться только в центре комнаты. Не в центре комнаты, вот между двумя колоннами, там, где как раз и появляется трэш первый. Первая линия трэша. Ты сольёшь на первую часть трэша на пол, и вторая прибежит, что ты будешь делать? Прикол в том, что когда они на первый раз, ты, когда они появляются под миликами, они сразу агро идет только на миликов. Ладно, пусть с ним. На вторые уже как раз-таки можно... обязательно должен быть на одном танке. А если босса танчить в центре комнаты... За это время с двух сторон мобы в один момент подходят к боссу. Так, ребят, все, я ушел. Большое спасибо за рейд. Извините, пожалуйста, за обстоятельства. Давай, дальше. Рейтл. На Рео. Завтра будем продолжать. Или пойдем в крепость бури, или пойдем в ЗС. Ну, этого босса, я думаю, смысла нет продолжать. А вот каратреса надо. Скинь лучше видео, мастер, куда-нибудь. Сейчас. Здесь надо, да, вот... Правильно говорят, тут походу анхолик просто агрой набивает и мобов сливает, и все делает. На танк-то? Я, блядь, с таймерами скинул. О, таймер. ТП-шнулись.